Доброго времени суток! В этом видео я продемонстрирую, как исправить одну ошибку Windows 10. В нашем случае Windows 10 не видит флешку. Как исправить эту проблему? Компьютер показывает звуковым сигналом, что подключена флешка. Но проводник даже после обновления списка ее не отображает. Перезагрузка может не сработать в данном случае, даже системная утилита очистки диска не сработает. Но есть решение. Нам понадобится программа Win10 Tweaker, на которую может начать ругаться антивирус. Но если прошлые методы не помогли с очисткой диска и перезагрузкой, то у нас не остается другого выбора. Нам нужно просто почистить диск, а затем извлечь и вставить флешку. После чего мы ее увидим в проводнике и появится полное уведомление. Windows 10 Tweaker программа от российского разработчика не требует установки и может помочь решить ряд проблем на Windows 10 и заменить кучу утилит. Надеюсь, данное видео помогло вам решить проблему с чтением флешки. Если это так, то обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, а также загляните в ссылки, там будет ссылка на эту программу, на мои сообщества и немножко обо мне. До встречи в следующих видео.